Ежедневно с 10 утра возле Дома культуры «Аэлита» на Бытхе аниматоры устраивают праздники, а по субботам и воскресеньям здесь проходят бесплатные показы фильмов. На этот раз детей встречал сам морской царь Нептун. Сценариев у нас очень много, так как у нас работающий активный творческий коллектив. У нас очень много наработок, которые мы каждый год обновляем. А кроме того, придумываем совершенно новые программы, потому что самим скучно работать в старых. Хочется, чтобы все время все вокруг менялось, шумело и искрилось. Костюмы к празднику Нептуна дети готовили сами, ведь за лучшие наряды можно получить призы. Сокровища из сундука морского владыки достались самым быстрым и ловким ребятам, которые продемонстрировали свои таланты во время конкурсов. Настя Силуянова – частый гость таких мероприятий. Конкурсов, что можно много игр. Я сюда часто прихожу, мне очень нравится. Хочу поблагодарить всех за то, что все, что они организовали такое хорошее заведение для детей. Очень благодарна. С летом ребята попрощаются 1 сентября. Именно до этого срока в городе будут работать все развлекательные площадки. А пока разнообразить каникулы дети могут и спортом. Только в центральном районе для активного отдыха жителей и гостей курорта доступны 36 игровых зон. Чтобы дети не были предоставлены сами себе, организацией их досуга занимаются члены молодежного парламента и волонтеры. Вообще работа отличается тем, что на многих площадках у нас хороший инвентарь, новый, и уже точно у нас есть все закрепленные люди, которые работают на этих площадках. Очень много волонтеров в этом году, которых мы привлекаем. И это тоже такой наш тренд сочинский, потому что развивается движение волонтерское. И вот они свою пользу приносят и в работе с нашими детьми на летних площадках. Всего в городе работает больше 120 таких площадок. Их работу можно приравнять к летнему оздоровительному лагерю, ведь здесь ребята могут заниматься не только спортом, но и творчеством, а свои достижения потом демонстрировать во время учебы. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.